Почти 33% работающих североказахстанцев заняты в сфере малого и среднего бизнеса. Это больше 101 тысячи человек. По данным областного департамента статистики, к этой отрасли относятся 28 тысяч компаний. 44% из них занимаются оптовой торговлей и автосервисом. Сельским хозяйством почти 18%, промышленностью около 5%, строительством 3%. По форме организации преобладают ИП. На них приходится 3/4 предприятий региона. 15% юридические лица, около 10% крестьянские и фермерские хозяйства.